Ребята, очередной выезд, очередная рыбалочка. Сегодня приехал ко мне Андрюха. Ну, кто на канале, ребят, тот знает. Андрюха на вездеходе. С ним ездили на Весновку, ездили на перволетку. Андрюха говорит, свози-ка, говорит, меня на рыбалочку. Я, говорит, устал. Работа. В общем, выехал, ребят, пробздеть, так скажем, Андрюху. Ну и, конечно же, порыбачить. Пропылили деревню. Ветрено, ребят, такая вьюга сегодня здесь прям серьезная. Немножко жердец, у нас там десяток плотвы есть. И опять же, ребят, будем ставить комбайны. Сегодня попробуем сделать как, ребята. Выставим комбайны в одной точке, доночки. И там будем ночевать. Будем как бы рыбачить, контролировать постоянно комбайны. Проверять их там каждые 3 часа. Нормально, все, Андрюха разбуривается. Тут остановились. В прошлый раз здесь была сработка, налим здесь попался. Так что здесь будем пробовать. В общем, караван, ребят, у нас, дай бог. Андрюха в санях, бензин, брикеты здесь, палатки, печки. Самое такое, понятно, как бы, самые тяжелые сани. Полный комфорт. И здесь, соответственно, я. Как обычно, ребята, делаем капитально. Все, Андрюха разбуривает, ребят. Начнем. Ветер, блин, и охренеть. Да. Вот это погода. Один комплект, ребята, я брал. Жерлиц. В основном сегодня опять же будет ставка на комбайны. Так, берем жерлицы. Тут быстренько выставим и поедем дальше. Живчик наш. Короче, понеслась, ребята. Быстро. В паре, конечно, работать, блин, вообще классно. Один бурит,
второй ставит. Красота. В прошлый раз, ребят, кто смотрел ролик, когда мы с Андрюхой тоже выставлялись на перволедке. Лед-то был 20 сантиметров. А сейчас Андрюха говорит, ого, какой лед. Я говорю, ну да, февраль месяц-то, понятное дело. В общем, задача, ребята, Андрюху немножко успокоить голову. Парень весь в работах, весь в делах. Занимается лесом. Что-то как-то. Раз, два. Ну, на лимчика, ребята, два оборотика буду ставить. Глубина классная. Пускай отдохнет. Что-то планировали туда и туда съездить. Я говорю, давай съездим на реку. О, это вообще, ребят, шакля. Да? Это даже не потва. Это верхоплавка. Называем ее шакля. С Мишанькой ездили, ловили возле дома. Плохо клювало. Ну, десятка есть у нас. Так что на 10 желез хватит. Шакля, блин, охренеть. Ничего, тоже живет. Давай, подруга. Ищи налима, никодима. Так, ну что, Андрюха, процедура пошла, ребята. Самогончика. Так, под домашний салатик надо за выезд бахнуть. То, что добрались. Жалицы поставили. Это мама что-то делает там, короче, огурцы, всякая тема. Ну, типа, под закуску. Он дал даже лучок. Целыми этими. Ну, не знаю, слушай, это Алена Сергеевна там такая специальная. А взять-то? Да бери как-нибудь, Андрюх. Ну, давай. Ай, за рыбалку. Давай, за выезд. Ну, ребята, полетели. Полетели дальше. Жилички поставили. Чарочку выпили за рыбалку. Все нормально. Выезжаем. Дальше пробиваться. Ранки подзамело немножко. Ничего страшного. Ну, едем на точку, ребята. Большие сомнения, где ставить лагерь, потому что сильный ветер. Может, даже в лес придется зайти. Когда проезжаю эти места, ребята, всегда у меня прям ностальгия берет, блин. Вот эти обрывы, блин. Они прям в душе у меня лежат, блин, ё-моё. Я здесь очень много времени по осени провожу, вот того, и как бы... Конечно, совсем все по-другому. Но все же, очень круто. Я кайфую здесь. Возможно, сегодня там, ребят, и поставим лагерь, потому что тут сильно ветрено. Очень сильно ветрено. Посмотрим, в общем. В общем, ребят, что, добрались до нашей точки. Здесь я ловил уже и налима, леща. Ну, здесь и поставим всю основную массу снастей, что у нас есть. Все, Андрюха погнал бурить под искосок. В общем, делаем линию. И вперед. Так, в общем, здесь, ребят, у нас комбайны, мои донки жерлица, червячки, ребята, дандромбена, три пачки взяли, все, класс, работаем, в общем, вот здесь как будто ветра не так сильно много, но все же есть, так, сразу сумку в холодильник уберу. Чтобы не замерзли. Все-таки они там лучше себя чувствуют. Андрюха, да. Физкультура, Андрюха, зато какая, да? Физкультура какая? Хук справа, знаешь, отрабатывает как. Даже боксеры выезжают бурить. Ну, тренировка. Так, что у нас тут, ребята? Давайте посчитаем, сколько на сегодня у нас. Раз, два, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13-14. Подыскосок, да, плохо. 15-16. 17-18. 19. 20-21. 22. Нормально. 22 пойдет. Самое большое было в пачке 24, самое малое было в пачке 18. Комбайны, комбайны, комбайны. Так. Все как обычно. По старой схеме. Коса. Ну и три крючочка. Блин, ветерок, конечно, блин. Ну, понятно, что февраль. Февраль месяц. Что, погнали? Здесь уже я знаю, что есть течение. В принципе, все нормально. Ну и червячочки наши. По одному червячку. Первый пошел. Вот надо лунку чистить сразу хорошо. Чтоб проходило. Видать, опять полностью не почистил. О, полез. Второй. Так, переходим на донки. Донка-жерлица. Уже разловил я их. Все классно работает. Все четко. Ну, ты говоришь, Андрюха, тычки типа не ставишь. Ну, то же самое, только я привязывал уже их, правильно? А здесь вот такая же снасть. Одинарник. Тупо ложу на дно. Ну, вот так, сигнализатор поклевки. Ставлю флажочек. Флаг выпрямляю, чтобы он, ну, ничего ему не мешало. Как бы. И все. Все работает нормально. Тоже на червя. Сейчас выставим. 10 штучек. В общем, всю локацию здесь заберем. Посмотрим, что у нас получится. Вот. Червячок. И все, его на дно. Тупо ложим. Вот так вот. Простая донка. Просто она покажет тебе, если рыба была. Ну, хотя тоже. Мелкая рыба не подымет флаг. Уже проверено. Короче, как-то так. Бам-бам-бам-бам. Ну, там, знаешь, там вообще там 13, помню, 30 просмотров, знаешь, там. Что-то как бы там понятно, что никакой отдачи. И кто там, знаю, подписана там жена, знаешь, там кто-то из пацанов, как бы, ну, это даже свои люди, как бы. И то я там сам подписывал. Ну все, ребята, здесь участок обработали, 10 донок, 5 комбайнов, и вот вход в яму я вот хочу 3 комбайна, ребят, попробовать, там очень глубоко, ну, дай бог налима на комбайн, он же попадается, с лещом, возможно, нет, но там попробуем поставить. Все вроде четко, прямая раз, здесь, ну и здесь. Ветер, ребята, страшное дело, ужас, ужас, просто ветрище. Ладно, 3 комбайна и будем делать лагерь, ребята. Все, ребята, есть дело. 3 комбайна, вход в яму. То есть саму яму не попер. Я просто это место знаю хорошо. Яма где-то вот, где Андрюха идет. Ну, здесь, в принципе, тоже достойно. Метра 3, наверное. Там даже, может, метра 4.
Ну там шестерка. Ну и короче, что, ребята, бахнем здесь. Хотели в лес с Андрюха заехать, но потом ездить. А здесь у нас все на ладони. Комбайны там, донки идут, тут комбайны. Там жерлицы пускай стоят. В общем, все. Там натоптано у нас. Подъезжаем, там и делаем вещи. Все, ребята, терем с краю наш сегодня. Быстро-быстро, короче, начали ставить. У нас ее сносит. Одну утяжку затягиваем, вторую уже вырывает. Палатка большая, как парашют. И, в общем, тяжело было, но все вроде как бы нормально. Мы сегодня вот так. Нам будет просторненько. Все, печку, ребят, поставили, распалили. На брикетах брали. Ну и еще у нас там целая чурка, нам хватит за глаза. Стол, две раскладушки, по красоте, все, все нормально, ребят. Будем балдеть, все. Ветер, ребят, кошмар. У меня 4 вертыша, в общем, пришлось даже взять сани, дополнительно утянуться, туда утянуться. Здесь даже бур, потому что космос. Не знаю, посмотрим, ребят, выдержит, не выдержит все это дело. В лес что-то не решили ехать. Здесь у нас снасти, будем кайфовать. Да, Андрюх? Да. Все четко. У нас уже здесь тепло. Андрюха чаечка налил. Сейчас будем обедать, ребята. Ставить обед. Будем греть. На обед на скорячок плова взял, ребята. Ташкентского. Сейчас мы разогреем две баночки с Андрюхой и покушаем. Ну а вечером что-нибудь мяско пожарим. Может, рыбки пожарим, как получится.
В общем, кайф. Кайф. Пойдет. Луночку пробурил, ребята, сразу. Сейчас согрею плов в воде. Раньше на сковородке все это делал. А вот сейчас хочу попробовать в воде, ребят, согреть. Как получится. Многие писали: Андрюха, попробуй. Вкуснее реально получается. Вот так вот. Да, ураган, конечно, страшный. Охренеть просто. Дай бог, терем не вырвет. Палатка-то большая. Ну все, ребята, за уют в каждом доме, как говорится. У нас дом сегодня вот такой. Все работает. Все по красоте. Давай за рыбалку. Колбаски поднарезали. Ну, в общем, все как так, нужно. Ребят, водичка согрелась у нас. Андрюха, ставь. Первый пошел. Вторая не влезет. Давай ребром поставь его, братан. О, вот четко. О, в аккурат. В аккурат. В общем, ребят, вот так попробуем. Я раньше открывал на сковородку, а вот многие писали, Андрюха, говорит, согрей так. Сейчас посмотрим. Минут 15 подержим, там 10. Вон там в собственном соку приготовится. Посмотрим. Сколько у нас, Андрюх? Минут 15, да, постоял? Где-то так же. Все, достаем, ребята. 1,5. Опа. Баночка раз. Опа. Баночка два. Все, открываем сейчас и будем смотреть. Так, что у нас водичка? Ну, водичку эту уже точно использовать не будем, вылью. Такие банки были. Лунку, кстати, можно проморозить. Многие, кстати, в палатках рыбачат. Вот так делают. Раз. Все, лунка чистая. У нас вьюга не успокаивается. Работок, ну, не видно, понятно. Ну, к вечеру пойдем, стемнеет. Пойдем смотреть комбайн. Хибара стоит. Вот так утянулись, ребят. Пришлось. Потому что я боюсь, блин. Дернет нос и все. Юбку засыпали. В общем, а когда на Волгу ездил, здесь еще верхние утяжки есть. Я даже верхние, ребята, утягивал вот здесь. Потому что на Волге там такие степи были. Кто смотрел ролики, видел, я вот даже вот эти использовал. Вот так круто у нас. Ну, в общем, не знаю, ребят, вроде как согрелось. Блин, тут даже мясо есть. Даже мясо есть, да? Даже мясо есть, да. Ну вот, ребята. Ну да, вот, смотри, мясо. Я что и говорю, даже мясо есть. Угу. Ну, рис здесь такой, знаешь, он как этот... Альдента, он такой, знаешь, не такой мягкий, а такой пол этот. Попробуем. Что, масло будем добавлять сливочное? Да, не знаю, по вкусу. Ну, кстати, есть майонез, есть хлеб. Ладно, пробуем, ребят. Сладкий. Майонез, масло. Не, не нужно ничего. Я ничего это не ем. Отказался, братан. Видишь, какой рис, да? Чувствуешь? Он для похода вообще пойдет. Ну так-то можно, да? Похавать. Но мне тоже нравится. Мяско он есть, ребят, смотрите. В принципе. Как многие, на удивление, бывает тушенку. Вот нут, видишь, братан, нут. Вот нут. Вот изюм. Из этого он сладкий. Они же добавляют изюм. Нет, тут просто... Тут есть мясо. Вон. Прям кусками. Короче, так, нормально. Тем временем, ребят, потемнело. Погода вообще, блин, и снег идет, и ветер не прекращается. Еще и снежочек подкапывает. Сейчас что-то прошелся до первых комбайнов. Подзамело даже их немножко под катушку. Прикинь, Андрюх. Ну, поужинали. Ты пообедали, поужинали. Что-то это одно из двух. Вот, слушайте.
такой снежок накрапывает. Ну что, вроде нормально, справляется палатка, все хорошо. Ну, ветер такой и будет, мне кажется, он даже не прекратится и ночью. Хотя, допустим, к вечеру обычно все это угасает, но вряд ли. Февраль месяц, задует. Что с Андрюхой сейчас, по чаю. Сходим, потом посмотрим комбайны перед вечером. Сейчас потемнело, сейчас, возможно, подлещик выйдет, пошеволит что-нибудь. Хотя, не будем загадывать. Обалдеем, красота, ребят. Тепло в палатке, дверь даже не закрываем, вот так, нормально. Четко. Посмотрим, что как получится, не знаю, не будем загадывать. В общем, разговоры. Классно, обалдеем. Ну что, ребят, далеко не ходили. Порыв ветра и труба у нас вылетела сверху. Кстати, вот можно прилипнуть просто, вот реально ночью вот так и угореть. Вообще насмерть. Открыли дверь. Кстати, видел, Андрюха, на трубах, на самых верхушках есть такая петелька. Я думаю, на чего она? А оказывается, еще и трубу утягивать надо. Ну просто вот сидели, ребята, бам. А прикиньте, куда-то уехали бы. Просто. Да хотя бы мы спали. Просто спали. Аккуратно, ребята, аккуратно. Помимо всего вот этого, это безопасно самое такое. Таким нахапаться во сне и все. Ты уснешь, просто сам во сне и не встанешь. Ну все вроде нормально. Блин, просто сидим, и вот это у нас колено вылетело. Так заловило трубу, да, братан? Опасно, ребята, опасно, аккуратно. Я вот что и боялся, я Андрюхе предлагал, говорю, может в лес уйдем. Потому что, блин, этот ветер, зараза. Ну, вроде все нормально. Быстро трубу поставили. Все хорошо. Осмотр палатки, ребята, вроде нормально, все. Андрюха дрова заносит. Ну его нафиг, блин, непогода страшная. Блин, пустыречек, да. Надо было в лес заходить. Дай бог, что нормально, ночь прошла. Все, Андрюха дрова заносит. У нас, в общем, ребят, чурбан. У меня перед поездкой сломалась пила. Я ее проверил, а она, хопа, у меня и сломана. Там заслонка сломалась. Надо будет ремонтировать. О, все. В общем, все то, что у нас есть на ночь, ребят. Надеюсь, перезимуем. Нормально. Завариваем термоса, ребятки. Андрюха, кстати, взял тоже такой же термос. Тоже с ситочкой вот у него стоит. Нормально, да, Андрюх? Да, заебись. Можно жить. Все вот так. Два штучки, бам. Не сюда, надо три, у тебя побольше. У меня побольше, да, одна трешечку. И уже все, никогда пакетик там не разварится. Не... Знаете, бывает такое, что вот как бы пакетик просто взрывается там, и вот этот пить невозможно. А вот этот ситочка, конечно, она делает по красоте. Все. Все, сюда кипяточек. Да. И все, четко. Класс. Первый пошел, ребята. Чая выдули нормально. 2 литра, блин. О, шайтан, труба качает, блин. Первый есть. На второй, наверное, не хватит. Да, надо добавлять, Андрюх. Что там, Андрюх, говоришь, на бок ложим, да? Ну, чтобы заварилось. Да. Раз. И на бочок его, ребята. Все, отдыхаем. Там, Андрюха, беда. Сейчас пойдем проверяться, я не знаю, как. Так, ну что, вроде все в порядке. Тормоза заварили, ребята. Пойдем проверим. У нас здесь недалеко. Погуляем. Блин, буранку заметают, ребята. Все взяли. Пойдем посмотрим. Что-то есть кто-то, шевеления какие-то нету. Дай бог. Сейчас перенасадим. Посмотрим. Вот так, ребята, жерлица замело, блин. Капитально. Перемело. Ладно. Пройдем, потом посмотрим.
Снега, да, накидало, блин. Точнее, не снегом, а просто бурей замело, блин, буранку. Так, ну что у нас комбайнки, ребята? Один как будто загнут, ребят. Непогода, конечно, страшная. Ну да, вот этот как будто подзагнуло. Этот подзагнуло, да. Ничего не качает, ничего не понятно. Сейчас посмотрим. А нет, 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 ребята. Качает, качает, вон он. О-о-о-о-о. Клюет. Вот так, Андрюха, выглядит рыба. Видишь, на комбайн, вот он. Видишь, попался кто-то. Вот, качели пошли. Унки мы, ребят, не засыпали. Но у нас буря снежная. Точнее, скорее всего, не от снега, а просто то, что метет. Вот видишь, Андрюх, вот это рыба на комбайн. Я сейчас тебе покажу первую, как доставать. Там три крючка, как бы это никак не жерлится. Хотя помнишь, Андрюха, на первую летку выезжали, ругались, что я тебе не дал ни одну не достать. А я же тебе сказал потом утром, говорю, блин, Андрюхе даже не дал ни одну достать. В общем, давай, погнали. Что там? Сёрочка, наверное. Опа. Так. Отвод грузило. Ух ты, блин, что-то запутало. Ё-моё, блин. Смотри, что наделало. Что-то начудило, блин. Налим, что ли, опять попался, блин. Я не понял нифига. Короче, это следующий комбайн, короче. Походу. Или что тут у нас, блин? Ё-моё. Смотри, какие-то корни, блин, нахерачило. Какие-то корни, блин. Не могу понять вообще. Надо сразу распутывать, братан, потому что зимой это все дело примерзает. А, нифига себе, это у меня оборванный комбайн. Прикинь, с той рыбалки. 100 рыбалки, ребята, это оборванный комбайн. Да, вот он. Он и есть. Его поймали? Да, я его поймал, прикинь, достал. Охренеть, это, конечно, такая удачка, блин. Ну, рыба есть. Вот на этом поводке. Ох, я тебе скажу, братан, там лещ. Опять, что ли? Не, налим. Налимчик. Такой. Злодей, блин. Короче, тот поводок, ребят, поймал, который оборвал. Просто забрать его. Ладно, пожарим на вечер. Налимчики вышли к вечеру. И это нормально. Вот так вот. Шнурочек небольшой, грамм 500-600. Ну, есть. Короче, вышли злодеи. Сейчас здесь буду разбираться. Так как напутали, блин. Тот комбайн поймали. Охренеть. Вот дела, блин. Ну, значит, все нормально. Первая рыбка у нас на сегодня. У меня с собой. А-а-а. Сейчас я тут только распутаю, братан. Вот тут у меня здесь первый налимчик, ребята, небольшой. Многие говорят, типа, что не отпускаешь, ребята, там в глотке просто, видите, он кишки вот у него поднялись, я с кишков аж достал. Понту такого отпускать. Кто налима не ловил, наверное, не в курсе всех этих событий. Там экстрактор даже не поможет. Типа вот экстрактором. Бель глотает, ребята, но она не в кишки глотает. Она во рту у них крючок. То бишь заглоти, но во рту. А эта рыба глотает в кишки. Прям засасывает. Поймал, ребята, тот комбайн. С
которую оборвал. Андрюха пошел за ножом, сейчас обрежем. Нож мы с собой не брали. Будет проще, чем сейчас заниматься сексом каким-то. Что у нас вот дальше? Дальше как будто тишина. Но все же проверю все. Палатка светится, ребята. Табурок у нас стоит. Жареха есть. Самое главное, сейчас нажарим на лемяху, ребятки. Красота. Да, порывы, блин, ё-моё. Так, я сейчас сразу куночки его кину. Тут у нас водичка. Вот так вот. Еще шеволится, ребят. Сейчас пожарим. Так, ребят, что пока не околел, уже околевает. Разделал налима. Кстати, многие спрашивали, Андрюк, как нож? Просто нож. Вон он, ребята, сегодня со мной. Нормальный аппарат. За эти бабки, блин, ребят, ну крутой, крутой нож. На самом деле, хороший. Так что берите как бы смело. Просто многие думают, что как бы какое-то разводилово. Нормально, ребят. Нож реально хороший. Я с ним походил уже, поработал четко. В общем, налим не чешую, ребят. Так, чисто пленочку снимаю. Видите, есть небольшая грязь, слизь. Хотя у налима, кстати, есть чешуя, ребята. Она просто мелкая. Ну и шкуру тоже я не снимаю. Это убого, ребята, если снять шкуру с налима, как многие это делают. Самый вкус цимус. Это, конечно, здесь. Налимчик не крупный. Совсем небольшой. Вот. Берем печеночку, ребятки. Это деликатес. Сами знаете. Но кто не знает, ребят, это очень вкусная штука. Налима. Видите, она набухшая. Даже вот такого небольшого налима. Она, ребят, уже половозрелая. Так, голову, ребят, брать не будем. Не уха. Так что голову мы отрезаем. Вычищаем полностью. Все кишочки. Делаю надрез полностью. Все чистим. Пленочки убираем. Быстро-быстро, 3 секунды, ребятки. Плавники тоже как бы не убираю, как бы дома даму. Допустим, Лариса заморачивается, она срезает все эти плавнички. И вот на такие кусочки. Налим только пойманы, ребята. И вот хвостик тоже. Все. Сейчас прочищаю все вот это дело. Так, ребятки, ну что, начнем. Братское сердце, ну-ка маслица сделай сливочного. Также. Также, 20 грамм. Но не забывайте, ребята, что будет гореть. Надо будет добавить немножко растительного. Обязательно. Иначе будет гореть, потому что растительного надо тоже обязательно добавлять. Потому что на сливочном немножко будет подгорать. Все у нас растапливается. Как обычно, ребят, пакет целлофановый. Я даже дома так готовлю. Вообще никаких там. Кто жарил рыбу, кто заморачивался с мукой, знаете, что бывает кухня там в муке, что-то еще. Здесь вообще ни капля, ребят, не просыпается, ничего там, ни кухня не гадится. Сыпем в пакет мучки. Так, братское сердце, соли.
Сам же знаешь, кто солит, с того и спрос. Нет, прям сюда. Раз. Достаточно, да, мне кажется? Все. Это все, ребят, перемешивается. Дело. Ну и все, пошла возня. Только плаву, ребята. Только плаву. Все. Крутим, вертим. Кручу, верчу, говорит. Обмануть хочу. Туда-сюда. Он везде обволакивается. Берет столько, сколько нужно. Ни больше, ни меньше. Все. Андрюха, жареного налима кушал, брат? Нет? Серьезно? О, сейчас братик попробует. Юшку, ребят. Ну все, вот в таком. Я жарю рыбу всегда в обильном масле. Там кто-то крапаля там давит. Нет, ребят. Добавляйте больше масла. Будет рыба вкуснее намного. И все, наши кусочки полетели. Ну, еще не такой, конечно, прям она раскипела масло, конечно. Надо побольше подождать. Ладно, уже погружаем. Сейчас успеешь вторую партию перемешать. Да. А это, тут она братское сердце займется у меня, не? Держи. Там есть чуть-чуть мучки. Давай, докидай там все это дело. У нас как раз сковородочка получится. Вот так вот. Смологу так же, да? Да, все, кидай, брат, туда, все. Сейчас сделаем. Пошла зажарочка, ребята. Опа. Ну все, братва. Налимчик готов у нас. Вот так вот, а сливочном масле сделали. Давай, да. Ну, а протри, братан. Сковородочку вот так сразу, да. Бам. Кстати, начал таскать постоянно вот по ходу вот эту штуку. Полотенца вот эти. Блин, крутая тема, ребят. На самом деле. Сейчас Андрюха попробует мясо. Раз, говорит, не ел еще, никогда не пробовал. О, четко. Все. Ну, для похода класс. Вон, ребят, смотрите. Чистая сковородка. Огонь. Ну, давай, брат, пробуй, что. Что скажешь вообще по рыбе? Ты хребет убери вот этот. И из кожи ешь. Прям целиком, можешь даже не заморачиваться, там ничего не будет. Ну что, пойдет? Видишь, там ничего нету, на самом деле. Может, какие-то маленькие есть, но... Четко. Своеобразное мясо. Ну да, согласись. Ни щука, ни плотва, ни хрена. Не та рыба, да ведь? Не пахнет даже, ни тем, ни тем. Ну, вкусно. Ну да, такой мягенький, сочный. Ну, такое мясо, интересно у него. Ну, тебе должно понравиться, мне кажется, все равно. Заебись. Нормал? Ну, четко, все, угодил, короче. Вот, видишь, вот хребетик, все, остальное, смотри, съедаешься и все. Больше ничего нету, поверь. Там мелкие даже, не смотри, я не знаю. Я просто ем даже, вот не смотрю на самом деле. Просто закидываю и все, хрумкаю и все. Да? Видишь, все. Вот хребетик только остался, ребята, все. Так же и с остальными всеми делами. Андрюха просто боится немножко. А я так хрух-хрух-хрух-хрух-хрух. Ну, короче, пойдет, да, брат? Сочный, маленький. Ну, маленький, ребята, он на самом деле очень вкусный. Бродяга небольшой, но он очень вкусный. Ладно, мы кушаем, ребят, что? Налимчика. Поймали. Кушаем. После вкусного свежего ужина, ребята, свежая пойманная рыбка, это, конечно, очень вкусно. В аккурат еще раза два выходили на проверку,
Погода, ребят, так и не поменялась. Всю ночь дул сильный ветер со снегом. Еще все сильнее, все усиливался и усиливался. Раза два выходили, смотрели. Загибов не было. Решено просто было отбиваться, так как приехали всего лишь на одну ночевку. День заезда и день выезда вот такой же сложный. Это надо было все сделать то же самое. Собрать все снасти, палатки, печки и дорога до дома. В общем, решили, ребята, отдыхать. Есть КамАЗ, да? Был вернее, но... Как минимум, прошлый был, так точно. Ребята, доброе утро. Утро на самом деле не доброе, погода так и не поменялась. Единственное то, что повалил мощный снег, снегопадище. Проснулись, позавтракали. Дров, ребят, у нас не хватило. Под утро просто поставили уже горелку, плитку. Ну, как бы так немножко согревались. Идем посмотреть, что получилось, ребят, за ночь. Если у нас какая-то рыбка, нет. Будем поглядеть, ребята. 9 утра. Вчера посидели до часу, наверное. Короче, погнали, ребят, посмотрим. Грязище, блин, смотри, сколько грязи, Андрюха. Офигеть, блин. Пусто. Пусто. Никого нет. А считаю, до этого вот и плотва попадалась, и всяко разно. Вот так вот мелочь какая-то поклювала. Короче, борода. Не получилась рыбалка у нас. Не знаю. Сматывать будем, ребятки. Погода вон какая. Блин, я как всегда, как с палаткой выезжаю, у меня постоянно, когда палатку собирать, у меня снегопад валит. Нет такого, чтобы палатка сухая была. Ах. Какая-то рыба, Андрюха. Я же говорю, вот плотва попадается. Попадалось, точнее. Только там, да? Не знаю, одна единственная, на чем ее. Отпустим, наверное. Пускай мать идет, живет. Вот так вот, ребята.
Все, ребят, донки мои жарятся. Замело вот так, смотрите. Еще главное уплотнился, блин. Снег-то, блин. Тут понятно, если даже какая-то поклевка. Ничего бы тут видно и не было. Задувало просто по-страшному, блин. Ну, пройдем сейчас, что, посмотрим. Пройдемся, посмотрим. Мелочь гуляла, плотва, наверное, ребят, здесь периодически выходит, смотрю. Вот она. Обгрызает. Так что, как-то так. Ладненько. Сматываемся. Андрюха там в палатке убирается потихоньку. Я говорю, что будешь стоять здесь на ветру мерзнуть? Нам еще дорога дальняя, блин. Там успеешь померзнуть. Иди, говорю, в палатку, а я пока здесь приберусь. Тем более мои снасти. Еще плотвичка, ребята. Ну, я говорю, они вот и ходят, и кромсают плотва. Плотва. Еще одна. Плотвы бы наловили, Андрюха, слышишь? Тут же на котлеты бы получил. Но. Ладно, не та рыба, которую хотели мы. Вот тут береговая бровка, вот она, на комбайн, что я попалась. Так что да, плотва выходит. Интересно, конечно. Ну, плотва ходит, видишь, значит, тут налим крупный, не пасется, не лазит пока. Так бы, мне кажется, она бы здесь не стояла, не гуляла. Все же как-никак живет. О, царская рыба, брат. Ёрш. Ёрш ведроухи. Ты, наверное, брат, лисе пойдешь, так как порву я тебе. Не знаю, выживет, не выживет. Давай, кабанчик. Слизнявый, а? Слизняк. Ну все, ребят, здесь снял. Тут еще три комбайна у нас остались. Там вход в яму. Думал, там налим выйдет. Нифига. Что получается, 4 плотвы, ребят. Ну такие более-менее, они хорошенькие. И ёрш. И вчера ночью налим здесь небольшой, которого мы благополучно пожарили. У нас еще жерлицы внизу. Так что шансы есть, братцы. Никогда не надо отдувать. Шансы есть. Так, друзья, ну что, мы потихоньку марафет наводим, собираем. Вещи уже стаскали. Печку почистили. Все. Сворачиваем наш табор. Опа. Опа. Так. Все, братва, быстро упаковались. Нормально. За нами, как всегда, максимально чисто. Небольшой мусор, но это бытовой. Все, загрузились. Андрюха все уже уселся. Поедем вниз, ребята, 10 желез у нас там. Посмотрим, дай бог там что-то попалось. Хотя, конечно, навряд ли. Погода меняется, ребят. Короче, едем, а там уже посмотрим. Ну, с Богом, ребята. Бурга, конечно, ужас, блин.
потихонечку поползли. Че, ребята, здесь борода у нас, бородишка. Тишина вообще, ребята, мертвая. Опять куда-то рыба тормознула. Вроде как будто что-то начинало шевелить. Думал, потихоньку, может, начнет. Нифига. Стоит все это колом пока. Но если на комбайн и рыбалки не получилось, то на жалице, понятно, что на жалице точно никак. Кто-то бодал, смотри. Видишь? Жеванный он чуть-чуть. Не знаю, сейчас пройдем, посмотрим. Жалице замело, снег уплотнился. Сильно. Вон кто-то мелкий хапал. Короче, собираем, ребята. Снасти здрасте. И проваливаем в баню. Проваливаем в баню сегодня. Приедем домой, Андрюха, консервы возьмешь. Пожок возьми. Все, ребята, смотали быстренько жалицы. Снег валит, и мы валим. Наваливаем до дому. Вот такая рыбалка, ребят. Рыбалки не было. Но зато круто провели. Тезка разгрузился, самое главное. Налиму пожарили, поели, посидели, пообщались. Поставили планы, ребята, и это самое главное. Будем ждать, будем бодаться, будем искать, где наша не пропадала. Такой выезд в плане рыбалки не получилось. Ну, с отдыхом все было круто. Все, ребята, всем пока, берегите себя. Все, на связи.